Остаются считанные дни до окончания приемной кампании. Будущие студенты Казанского федерального университета поделились своими впечатлениями о поступлении в один из ведущих вузов России. Меня интересуют языки, и тут очень выгодно изучать именно три языка, которые мне интересны. Поэтому я поняла, что это приоритетное направление для меня. Плюс очень активная студенческая жизнь, где можно много полезных связей обзавестись и также новыми навыками. Я здесь была, мне говорят, здесь хорошее образование, и вот поэтому поступаю. Моя сестра тоже заканчивала это направление, и я много слышала о нем от нее. То есть я росла вместе с ней, она рассказывала, какие там интересные проекты, как там прикольно учиться. Ну и, конечно, она рассказывала про преподавателей, поэтому я решила поступать именно вот на это направление. Но я выбирала между Казанью и Москвой, но решила в итоге сюда, потому что как раз-таки, получается, я уже знала, какая здесь будет среда, какие здесь примерно преподаватели, люди, и поэтому мне было интереснее именно вот сюда поступать. Мне ближе математика, у меня сам учитель по математике учился на этом направлении, на механике математического моделирования, поэтому я решила пойти по его стопам. Он очень хорошо рассказывал про этот вуз, про это направление, поэтому вот решила туда. Я считаю, что здесь лучше образование, чем, наверное, везде в Казани, я желательно остаться в Казани, поэтому решила именно это направление. Сам я связан с педагогикой напрямую, работаю в Казанском педколледже, закончил также по специальности физическая культура КФУ бакалавриат и думал, что надо двигаться дальше, решил попробовать в магистратуре это направление. У меня очень много ребят отсюда, которые здесь учатся, и преподаватели нравятся, преподавательский состав сильный. Был вариант поступить на дизайнера, но все-таки я решил выбрать медиаком, поскольку интересные учебные планы. В планах был Санкт-Петербург. Но я туда, к сожалению, не прошла. Вот. И вторым вариантом была Казань. Очень много хороших отзывов слышала от знакомых. Вот. И поэтому решила сюда попробовать.